Ну, в общем-то, концы нашли. Радует только то, что действительно они все на своем месте, кто это делал. Версии были самые разные. Например, хотели похитить оригинал нового диска «Круга». Сам Саша Север в первые дни решил, «Круга» заказали его, Севера, враги. И я супруге говорил, в какой-то мере, да, я чувствую даже какую-то вину свою, если бы я не вышел, он, может быть, еще жил бы. Но правда оказалась проще и жестче. В этом году со дня смерти Михаила Круга 10 лет. Его друг и соавтор, легендарный вор в законе Саша Север, впервые раскрывает правду об убийстве. Единственное, что радует, я говорю, был не заказ именно на Мишу, а так сложились просто обстоятельства. Он утверждает, Круга не хотели убивать, просто шли грабить дом. Шли воровать, вот, а не знали, что он вернется. Он вернулся с семьей, и вот такая ситуация получилась. То есть они там 3 часа сидели, ждали, когда все уснут, чтобы свалить. Потому что если они бы пришли туда убивать, там ничего не стоило. Одному человеку выйти, на пистолет, не всех бы уложить. Александр Северов намекает, кроме грабителей был еще один человек. Тот, кто то ли заказал ограбить богатый дом, то ли навел грабителей. Факт, что хоть и не хотели этого, мне было важно, что знает там определенный человек один это или не знал вообще за эту ситуацию. Ну, как оказалось, знал. Он до сих пор хранит тетрадку стихов, которые когда-то передал Кругу. 10 лет прошло, я практически, я говорю, песни никому не давал. Вот. А у тети Зои, постоянно бываю у тети Зои, у матери. Вот. Сейчас 7 апреля тоже делали концерт, Мише 50 лет было. Александр Северов жалеет лишь об одном – не уберег друга. Не наговорился, не наобщался. То есть очень мало у нас было времени. Там в лагеря приезжал, в Крытый приезжал, там час-два общались, все. Ну, вот. Здесь вот 3 дня первых мы у него дома вообще все 3 дня сидели, с этим, на гитарах там играли с ним. А еще иногда он задумывается о выбранном пути. Может, и странные мысли для такого человека. Но Северов признается, 30 лет за решеткой не такая уж и романтика. Будь у него выбор. Я вообще по-другому. Это я сам говорю, это все говорят. Потому что все удивляются, что я, какой у меня интеллект, какой у меня образ мышления. То есть я еще 18 лет приходил в такие зоны, где взрослые люди были, мне предлагали там, давай будешь там бригадиром, будешь этим. То есть, лидирующие такие должности везде пытались меня, потому что я могу людей организовать. И в сердцах люди остались молодыми. Это Валера Юг, воспитанник Саши Севера. Ему вор в законе передал часть стихов, которые предназначались для Круга. У нас перед каждой песней, знаете, происходят такие беседы. Многочасовые. Я стараюсь понять хотя бы на 10% то, что пережил Александр.